Так, смотрите, это у нас трамблер. Очень интересная цаця в любой машине. Трамблер механический. Советую, если у вас нагрелся трамблер, это самое, покупайте уже не механический, есть уже электрический, потому что, ну, зачем брать механику, если электроника очень хорошо с ним справляется, со своими обязанностями. Давайте посмотрим, что тут внутри. Так, если я не ошибаюсь, вот это вот стоит или предохранитель, или резистор. Если это предохранитель, значит, нужно смотреть, чтобы он не перегорал. Вот. Собственно, принцип вот такой, что он открутится, разрывается. Ой, это что такое? Разрываются вот эти вот контакты. Вот. И идет искра. Там катушечка стоит у нас. Получается искра на двигатель. Вот это вот воздушная какая-то хрень. Не знаю, зачем она. Что здесь обычно ломается? По всей видимости, стирается вот эта вот штучка, сама вал. Потом контакты могут быть нагар на них. То есть уже, соответственно, зажигание уже не то будет. Вот. А так в целом ничего в нем больше не ломается. Хоть и механика. Но все же я советую уже брать электрические. Электрическими. Типа трамблер. Вот такая вот штучка.